Привет солнечному Кипру из заснеженного Миколичина. Специально для программы Академии Голтиса на Кипре в апреле 2018 года я покажу мастер-класс по приготовлению зеленого коктейля и льняного напитка. Меня зовут Якуба Дмитрий, и я являюсь организатором программ по сухому голоданию. Сейчас я нахожусь в экоцентре сухого голодания «Мечта» в поселке Миколичин. И для вас сейчас я разжег вот этот вот камин, чтобы вы ощутили чуточку этого тепла, если у вас там прохладно, но я уверен, что у вас там тепло. Итак, почему я вам покажу эти два напитка? Потому что мы их готовим на входе и на выходе из сухого голодания. Что такое зеленый коктейль? Зеленый коктейль – это напиток, который состоит из зелени и из фруктов. Зелень наполняет организм хлорофиллом, который в свою очередь наполняет клетки кислородом. Поэтому этот напиток очень важен. Итак, начнем с зеленого коктейля. Летом можно делать зеленый коктейль из дикорастущих трав, но так как сейчас ранняя весна и нет возможности насобирать дикие травы, я купил на рынке у бабушки шпинат, и также у меня есть заготовки летние. Это порошок молотого иван-чая, который я лично собирал, и порошок из молотых листьев ежевики. Значит, добавляем в наш зеленый коктейль шпинат, чайную ложку молотых листьев ежевики и половину чайной ложки иван-чая. Также добавляем яблоко и банан. И для сладости добавляем чайную ложку меда. Все это мы взбиваем на блендере, но предварительно мы наливаем где-то 300 мл воды. Я использую в своей работе блендер под названием Vitamix. И сейчас будем пробовать, что у нас получилось. Один из секретов приготовления вкусного коктейля, это его нужно хорошо взбить. Поэтому чем однороднее масса коктейля, тем он вкуснее. Витамик со своей задачей справился хорошо и взбил очень хорошо зеленый коктейль. Супер, получилось очень вкусно. Второй напиток, который я вам покажу, это льняной напиток. Так, сейчас я солью зеленый коктейль в наши тарелочки. Потом попозже мы с женой его выпьем. И сейчас будем делать льняной напиток. Я предварительно замочил лен. Ему достаточно постоять 2-3 часа, чтобы выделить слизь. Эта слизь очень полезна для кишечника. Теперь мы добавляем груши, киви и чернику. Эту чернику мы собирали сами и заморозили. То есть это наши летние заготовки. Сюда также добавляем чайную ложку меда. Мед жидкий, майский, очень вкусный. Есть. Сюда водички можно добавлять немножко меньше. Добавляем где-то грамм 150 воды. Все.
Очень, очень вкусно получилось. Я вам рекомендую, друзья, использовать эти два напитка, зеленый коктейль и льняной напиток, на входе и на выходе из сухого голодания. Вы гарантированно получите хороший результат. До скорых встреч, друзья!